А сейчас о восстановлении исторической памяти на территории Иоанна Предтеченского женского монастыря, где долгие годы отбывали свое наказание заключенные, прошел очередной субботник. В нем приняли участие члены Совета семейной взаимопомощи Кунгура и неравнодушные кунгуряки. Дарья Гребнева расскажет подробности с места события. Около полусотни неравнодушных кунгуряков решили посвятить свой выходной день доброму делу. Вооружившись рабочим инструментом, они пришли сюда, на территорию женского Иоанна Предтеченского монастыря, который сегодня переживает свое возрождение. Монахини не в силах самостоятельно справиться с таким огромным фронтом работ, поэтому посильную помощь в восстановлении святыни оказывают неравнодушные кунгуряки. Сегодня в числе помощников члены Совета семейной взаимопомощи. Организация совсем молодая, в нее вошли представители клубов молодых семей нашего города. За свою работу, конечно, хотелось бы, чтобы нам поставили оценку отлично, потому что мы все сделали, что нам было предложено. Фронт работы выполнили. Ну, удовлетворение получили огромное, потому что помогли мы восстановлению церкви. Участники субботника, словно муравьи, приступили к разборке строительного мусора. Мужчины распиливают старые балки. Не уступают в работе молодежи и люди почетного возраста. Конечно, наверное, у каждого дома дела свои, заботы. Все неравнодушны. Приходят, помогают, во славу Божию. Хоть капельку свою, ну, куда малую помощь внести в лету общего дела вот этого. Корпуса, где еще 2 года назад стояли нары и решетки, переобустраивают под монашеские кельи. Здесь уже появились пластиковые окна. Ведется работа по созданию комфортных условий проживания. Ведь старое здание через дорогу, где сейчас проживают насельницы монастыря, приходит в негодность. Но и на новом месте монахини встретились с бытовыми проблемами. Здесь попросту отсутствует отопление, поэтому разрешение этого вопроса один из наиболее важных сегодня. Активно участвуют в акциях, которые проходят в городе Кунгуре. И очень хорошо, что они откликаются неравнодушны к территории города Кунгура. Монастырь – это наша история. Без истории нет будущего. Монахи не планируют к зиме заехать уже в кельи. Подвели воду и канализацию, подключили. Сейчас освободили тыпушку. Необходимо сейчас провести электроэнергию, кабеля бросить. Но я думаю, что к зиме все успеем. И они уже начнут нормально существовать, нормально жить уже здесь, в кельях, в этом монастыре. Подобный субботник проводится на территории монастыря не первый раз. Здесь их прошло уже несколько десятков. Кунгуряки принимали участие в разборке внутренних помещений, меняли кровлю здания. Впереди еще много работы, но общими силами, имея такую поддержку среди населения, отмечает монахини, восстановление храма – реальность. По крайней мере, начало положено. Дарья Гребнева, Вячеслав Алексеев, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур».